вот и Грац. Да. Хорош, ничего не скажешь. Называется Шлёсберг. Ага. Наверху, да? Не все почему-то ходят туда. Францисканская церковь. Это я говорю для камеры. Да это, скорее, все-таки действительно уже 14-15 век, даже пораньше, потому что все-таки это готическая структура. Трехмерный нормальный вполне. Ага. Как звать его, я не знаю. Не так важно. Бог с ним, с императором. Вот кусочек саца. Теперь я как бы запечатлеваюсь. Да. Вот. Как долго? Я думаю, что хватит. Опять нажимать. А, вы уже нажали? Да, я уже нажал. А я причесываюсь. Вы причесываетесь, пожалуйста. Там звука не будет, да? Конечно, будет звук. И цвет, и звук. Людочка, вот, замечательно. Лёд, снимите очки. Сними очки на минуту. Вот так. Чего ж там, вот. Ну, это как-то узнаваемо. Ну, вот теперь достаточно. Немножко на память. Вот. Мама. Спасибо. Мишенька, а вы не можете камеру как-нибудь носить? Ну, естественно. Они едут на водитель медленно. Вы только меня не снимаете. Нет, Арсен, еще ж извините. Уж вас-то я как раз сниму. Да, да, да. Ну, не выдумайте, я буду показывать только самым близким друзьям. Никому, кто мог бы организовать вашу ликвидацию, я показывать не буду. Замечательно. Вот семейство сацев. Что, по-моему, это замечательно, ребята. Так, нужно замок обязательно снять. Это действительно, ну, хорошо. Что? Что это покрыто пемзой. Да. Или это действительно от старости? От старости, конечно. Дому-то 100 лет. Вы датируете это... Давай я вас вместе сниму. Произведение архитектуры каким веком? А где вы там, Миша? А. Я здесь. В этом смысле, в общем, движение разница есть. Ну, какую движение? А как ее... И мы идем. Идете, идете. Осторожно, да. Пожалуйста. Все. Так, хватит. Вот теперь вот сюда вот идите. Есть ощущение, что ничего на свете вообще нет. Ну что вы остановились? Я же не фотографию все-таки делаю. Да, тем не менее, не есть.
же рядом, 30 километров отсюда, в Югославии, да, сейчас. Отсюда больше. 50. Вот так вот. Такой симпатичный отель у нас в Кёльне. Прямо напротив собора. Видишь, как раз где мы с тобой ходили. И видели этот отель. И, по-моему, я тебе даже говорил, что, может быть, мы даже с Димой будем здесь жить, когда у нас будет концерт. Так оно и есть. Вот они гостей встречают. Бутылочка шампанского во льду. А вот теперь... Посмотрим, что у нас здесь. Вот что у нас здесь. Кёльнский собор. Собственной персоной.
колокольный звон. Гармония, которую мы с Димкой играем через 3 или 4 часа. Римско-германский музей. Остатки римской постройки, остатки римской дороги. Госс-Сен-Мартен, большая церковь Святого Мартина. В общем, Кёльн. Симпатичный город. Что-то похолодало. Мы привезли из Гамбурга дрянную погоду. Хороший вид из окна. Мне нравится. Мак. Хай. Самой квартиры столько денег уже положено. Положено, да. Со. Как этот район называется? Ислинтон. Ислинтон. Вот улочка. So. Historical moment. Вот. Welcome. So. Ага. Так, это первый этаж, я так понимаю, да, Димка? Каминчик, кухня. А сколько этажей? Считаешь. Окна. Все спокойно, все симпатично. Вот такая лесенка наверх. Кака. Важное место. Мишки на место. Special for me. Special for you. Actually, you can't open this, but you can. No. So is there... Как садик. Yeah. So. Новая трава, специально посаженная, да, Димка, я так понимаю? The railings along here. It's the black railings. Ага. Димка, и все это доверху, да? И включая вот самый-самый верхний. А вот это то, что ребята сдавать, наверное, будут. Can we get in? Кусок дома. Нижние апартаменты. Ну, конечно, естественно. Вау! Isn't this strange? This, you know, this was just... Yeah, второй этаж. Here.
can have that real fun. Or can us. Beautiful. Смотри прямо. But I think with these pictures it makes it look much nicer with these pictures. Absolutely, yes. When it costs. Старинный камин. All this thing is только cleaned up. Что-то делается. Yes, there's some dust. Поднимаемся. Это второй этаж. Now I can see the difference. Так, а что здесь у нас? Ага, еще один каминчик. Опять чудесный вид из окна. What is this room for then? Dressing room. A dressing room. Okay, еще один туалет. Glass panel. No. Нет, по отношению с... Ну, в нашем, с нашей точки зрения, это третий этаж. С русской. То есть есть подвальные апартаменты. А так в целом, конечно, 4 уровня. Это детская, так сказать. Детская. Полудетская, полувзрослая. Да. Ребенок уже выживает из детского возраста. Вот здесь ванная, видишь, какая? Здесь еще маленькая комнатка. Это еще одна спальня. Ага. Ну, это, может быть, для гостей будет, да? Да, наверняка. Понятно. Вот так вот. Вот такое цветение в день получения Димкой ключей. Ку-ку! Какие окрестности? Ну, в общем, такой Лондон. Не центральный. Но тихий. А вот и адрес. Старый лондонский сквер, то есть площадь. Движение здесь довольно большое, шумное, но хочется ходить. Здесь дома хоть старше и хуже, но дороже раза в 2-3. Дом, который купил Дима, здесь недалеко. Вот так вот. Единственное, что осталось, это эта часть. Очень старый замок маленький. И здесь интересно кое-что написано. Джон Спенсер. И вот здесь. И вот здесь. The house was leased to Sir Francis Bacon. Елизаветинские, доизелизаветинские, елизаветинские времена и так далее. Церквуха в этом же районе. Лондонский телефон-автомат типичный. Тут же шопинг.